Сидела сейчас, и вот я вообще на самом деле после сегодняшнего дня могу рассказать очень много о моде 19 века и о том, как тяжело было женщинам в веке 19, как им было дискомфортно и неудобно. Вот, вот хотелось бы, чтобы мы такой же дискомфорт и неудобство, вопреки тому, что мы поели, и ситуация у нас чуть-чуть поменялась там внутри, хотелось бы, чтобы мы такой же дискомфорт, как вот испытывали девушки в корсетах 19 века, обеспечили черной команде в этой игре. Вот, дальнейшее без привязки к цветам могу сказать, конечно же, цветом любым. Огромная благодарность тем, кто пишет. Вот, вы делаете этот день особенно теплым и заставляете меня чувствовать вот то, что происходит в настоящем праздником. Все, поговорю на попили, красным победа. Класс. Выставляю один на голосование. Ну, в 21 веке придумали еще чокеры. Вот, это в ту же сторону, что и корсеты. Но пока непонятно. Так, о чем думал ночью? Даже несмотря пока на речь игрока номер один, оценки дать не могу. Думал о том, что
Вот мы с Кобой разговаривали до игры, что мы уже понюхали какие-то там запахи, какие-то игры, вот. И хотелось бы сейчас мы послушаем игрока номер 6, поймем, он в курсе, о чем мы говорим или нет. Сейчас мы послушаем, внимательно его слушаем. Так, по один. Ну да, это правда, нету мнения по игроку номер один. Могла сказать черный, могла сказать красный. Какого-то понимания нету. Можно проинвестировать, сыграть с игроком номер один на данный момент, чтобы потом, если вдруг игрок номер один красный, у нас не было никаких проблем. Доброе утро, город. Спасибо, госпожа ведущая. Господин Дарк, госпожа Ласточка, господин Анчи, вам большой привет. Далее, знаете что, вот проблема играть по лицу, это вот игроки 1-2 поговорили, для меня 8-9 намного краснее, чем игроки 1-2. Вот. 7-8-9 играю, 8-9 сильнее, чем 6-7. Скажи, что привет и без привязки к цвету, пока ты не сказал, что без привязки к цвету. Ну, типа, я и до этого ничего не говорил, ну, типа, и черным, и красным передал привет, вообще все. Нет, 9 красный, отстаньте от него. Короче, 1-2. Смотрите, один поговорил, как поговорил. Вставляю один, попилится, там посмотрим. Вот 2, здесь прикольно. Вот это смешок, как будто с прошлой игры немного поменялся. Но вот эта инвестиция, я не понимаю. Первое, ну, не наплакал, чтобы переинвестировать, как бы, лично для меня. Для меня инвестиция, это значит, что какую-то поддержку дать, да? Или нет, просто, да, закинул, типа, сыграем. Ладно, короче, типа... Ну, я не понимаю. Типа так. Инвестиции должны быть к чему-то привести. Как бы. Так, я пока играю с третьим игроком. Неважно, кто игроки 8-9. Но если кто-то между 8-9 будет какой-то черный игрок, да, естественно, мы будем рассматривать ваш черный цвет, и вы заочно решили так сыграть. Поэтому точно играю с третьим игроком. На текущий момент. Между 1-2 немножко сложно. Мне именно не понравилась речь первого игрока. Ну вот не зашел. Что-то вот как-то связать корсеты... Ты думаешь, второй черный? Я хотел сказать, что между 1-2, скорее всего, кто-то сидит, и я не знаю, кого мне назвать больше красным. Вот что я хотел. Ты просто пробежал вперед к моим мыслям. Вот. Привязать корсеты к тому, что вот как-то к мафии, чтобы черный игрок был удобный и так далее. Подобное. Не знаю. И далеко не все женщины носили корсеты. Это было очень дорого и так далее. Подобное. И вообще это было больше даже в Сингапуре, чем в Европе. Вот. Ну, неважно. Возможно, вы этого не знали. Поэтому играя с 3, между 1-2. Я не говорю, что вы вместе черный, что между вами один черный. Вы можете быть легко быть вместе красным. Но пока играя с 3. 1-2-5 играю. Доброе утро, все дела. Не посчитала, что... Ну, то, что ты... Короче, мне понравилось то, что игрок номер 2 сказал, что там цвета по 1 нет и так далее. У меня его тоже не было, пока не поговорили 3 и 4, которые для меня оба одновременно подозрительно поговорили. Точнее, 3 поговорил подозрительно, но вы его усилили. Объясняю. Он, значит, заочно там, тут он цветов ничего не понял, там заочно у него краснее. И какой-то был супер натянутый аргумент про инвестицию. Он прям на этот аргумент про инвестицию потратил 20 секунд жизни. Мне кажется, это очень натянуто, поэтому мне не понравилось. Не то, что прям точно черный, я объясняю, если вдруг ты красный, что конкретно мне не понравилось и показалось подозрительным в твоей речи, а вы его усиливаете. Так как я посчитала 3 больше подозрительным, чем нет, мне проще сыграть 1-2-5. Кто краснее, у меня... А почему 2 красные? Точно красные 2 нет, я играю в сухом остатке, потому что чуть-чуть подозреваю 3, 4 его усиливаю. Вы показали, что 2 черные, я пока вас не слышала, чтобы там по вам какие-то цвета играть. Время игрока на 6. Ну вот смотрите, мы играем, у нас вроде бы, когда он был красным игроком, его находили красным и вообще себя чувствовал спокойно. Что побуждало второго игрока, если он игрок красный? Вот он вытащил красную карту. И он, это ж в принципе как бы не было, что пробитие на цвет, что там, что по 6. А вот глобально там, а 6 это вот то, о чем мы говорили, про черную карту. То есть сам месседж по себе потенциально зловредный, как мне кажется. И вот красным игроком нету никакого смысла. И перевел с нет, чтобы по 1 поговорить, перевел вот на это. Поэтому само действие по себе, я, вот оно для меня как типа не то, что пассивная агрессия, но как будто такая, типа знаете... Попытался, что-то подскакал, с бананом подскочил, понял. Вот. Мне кажется, красный 4, 5, вот видит, что я показываю 2 черные, она играет 1-2. Вот мне это не нравится 5. Вот я же опять-таки, у вас получается была игра в основе девятки, потом пропускали и были черные. Соответственно, уверенность в свете для меня странна. Поэтому если 1-2 игроки красные, то 5 черные. Пока я ситуация была, мне 4. А чё 4 красные?
Спасибо, что сказали, и мы поняли. Сразу уточню, пока не забыла, чтобы потом вспоминать. Господи, игрок номер 5, я вас считаю больше игроком красным. Третий игрок, если он черный, заочно раздает цвета, он обычно заигрывает, типа, среди этих заочных цветов своих черных, или это обычно красных игроков называют. Ну, окей, потому что если что, я потом буду это вспоминать. 4 для меня подозрительно за то, что он сказал, что вот эта речь про корсеты первого игрока, начал говорить, что, типа, вы сказали неправильную информацию, что там было то всего 5-10 в других странах, потом говорит, ну, вы, возможно, этого не знали. Так если она этого, возможно, не знала, возможно, ну, типа, ваш аргумент тогда не сильно валидный, если вы сами допускаете, что она не знала. Вот. А у тебя просто красный 4, подозрительно 5. И я не поняла, почему если 1-2 красный... Ну, может быть, мне как немножко недоступно. Я считаю, что красная 5, я считаю, что красная 1 и красные игроки номер 2. Насчет 3, типа, он опять же говорил более... Говорил просто больше по-красному, но, типа, 5, говорит, что он подозрительный, они играют больше вместе. Поэтому я уточнила. Вот. Для меня уверена красная 5. 4 подозрительно уже сказала, а вы, господин 22, если будете шутить дальше, ну, в прошлой игре я нашла шнурка, простила время. Шутки. Там не за шутки мы же его красным считали и голосовали с 6. Не за шутки, да, а за этот. Так, для меня черный 4-6. Почему черный 4? Почему? Потому что он сказал, играю с 3, если с 3 игрок черный в какой-то момент, 8-9 будет игрок черный, тогда будем вернемся к 3. Это неправда, во-первых. Во-вторых, ну, логика просто сломана, потому что если черный, например, 9, не обязательно, что черный 3, 3 скорее не будет закидывать. Так, инвестиция это просто, когда вот я считаю вас игроком красным, вот я с вами играю, вот считайте, вот я вас проинвестировал. Это то, что сказал, типа, 2 по 1, поэтому претензий нету. Но я думаю, что черный 4, он первый черный поступок. Так, не думал, что это сделано в магистрате. Вот. И подозрительный 6, который просто выбирает 4 и так далее. Вот, поэтому для меня красная 5, красная 7, красная 1, 2, 3. 5 и 7 для меня очень много игроков красных. Наиболее красный это, наверное, игрок номер 7, потому что прям все. Смотрите, сейчас все постараюсь быстренько объяснить. Игрок номер 4 находится от игрока номер 8, 8 и находится от игрока номер 4. 8 говорит, что 4 подозрительно, 4 говорит, что 8 красный. Нельзя просить проверку игрока номер 8, вопреки игроку номер 4. 4 говорит, что 8 красный, просит проверку себя. Нельзя проверять игрока номер 4, потому что 6 и 10 вылезли на столу, показали, что 4 игрок красный, считает 4 игрок красный. Поэтому 4 мы тоже не трогаем. Мое личное мнение, что 3 поговорил так, как в предыдущей игре, которую я смотрел, а не так, как он говорил в играх до этого, когда был игроком черным. Потом мне кажется, что не черный 3. По 5. Я не согласен с позицией 1-2 красный, но из того, что мне кажется, игрок номер 5, черный, играет с красными игроками, но и вряд ли уверенно играет со своими черными. Я думаю, что 1-2 не 2 красных, поэтому считаю, что красный игрок номер 5. Моя позиция. И учитывая то, что мне не понравился 2, для меня 6 краснее. Единственный вариант, при котором для меня 6 и по черности, они это разыгрывают 2-6 вместе, но на данный момент я так не думаю. Поэтому моя команда 3-4-5. 6, 8, и думаю, что 1, 2, 7, 10 большое количество черных игроков. Не знаю, подумаю. Это пока что, то есть то, что я думаю. Что вы говорите? Выставляю 2. И все, что сказал 6, мне понравилось, потому что его не понравилось. Игрок номер 10. Выставляю 2, да. Я бы проверил 2. Миша, откатил шрифт, чтобы мы тебя проверили, нормально будет. Проверишься красным, впечатаешь 6. Че, мне кажется, нормальное предложение. Так, да, третий красный, я показал, что 3 красные, но 9 это было максимум подозрительно. Вот спаситель игрока номер 3, чтобы тот не удалился, не дай бог, вылазит. Скажи, что ты, не говори про свой цвет. Мужчина на 3, мы будем тебя спасать от удалений. Вот, да, не знаю, ну что, но я подозревал 4, показал, да, в стол, что 4 красные, посмотреть, что будет. 5 сыграла против 4, 5 красная, сильно много ничего я не калядовал потом. 6 сказал, что 4 красные, не знаю, я подозреваю 4. И 6. Я сначала подумал, что не с 4, плюс он сильно много уделил времени игроку номер 2. Мне казалось, если он черный, он будет говорить больше про 3-4-5, там будет 30 секунд посвящено 2. Тогда, наверное, надо 2 проверить. Пока, наверное, что-то типа 1, 2, 5, 7, 8, много красных. И у вас время. Все игроки высказались. Мы переходим к голосованию. Я прошу убрать ключевого со стола. 1, 2. 1, 2. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 5 голосов. 5 голосов второму игроку, 1-2, перестрелка, игрок номер 1. Мне показались красными игроками игроки 5-7-8, это позиция 10-го игрока, он мне тоже показался игроком красным. Цвет 2 мы сейчас переслушаем, он мне не казался черным. И то, как ведет себя 6-й, вот смотрите, 6-й, это было все игры, мы присутствовали на стендапе.
Сейчас что-то стендап закончился, и так два был прямо вот, ну прямо все сделал второй игрок по черному, хотя по черному тогда должны были бы сделать игроки 1-2, потому что я тоже показала, что запахло со стороны 6. Мне 9 кажется просто черным, потому что я не понимаю, как можно было взять такую позицию, если бы мой черный вообще не пришел. Да, да, тоже так думаю, причем вот 9 говорит красный 3, а мне вообще, вот я сижу рядом с игроком номер 3, и вообще вот буквально, вот он говорит, кто 8, кто 8, кто 8. Так, кто 8? Мы держим это в голове. Да, мне показалось красная 5 от мысли от того, что 10, допустим, хочет дать мне шанс быть игроком красным, чтобы я запечатал игрока номер 6. Я думаю, что игрок номер 10 тоже не черный. Как 7-8 поговорили, атака в 4 мне очень нравится. Время. Но черный 3 4. Голосование без жестикуляции. 1-2. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 5 голосов второму игроку. Что за то, чтобы оба игрока покинули? Да, второй отстрел госпожи Адлер, судя по тому, что мы помним и увидели. Мне кажется, что Адлер вряд ли запишет двойку в этой игре. Ты как думаешь? Слушай, я думаю, двойкой тут не будет. И мне кажется, замечание может быть в пользу мафии. И спасет только черная проверка. И она запишет 6. Промаха ж не было, нет, да? Мне показалось. Нет. Она запишет 6, она его уже подозревает, а там уже посмотрим. Слушай, она тогда может между 2-6 записать, по идее. Ну там 9 точно будет в лучшем ходе. Она прям протоковала прям целенаправленно 6-го игрока. Подумает ли она, что 2-6 вместе черные. Посмотрим. Ну, как это обычно делается. На одного черного, а там хоп, и троечка образовалась. Да. Разбегались. Так, шериф не найден. Смотрим, кого проверит лоску. Может быть, он пойдет реально проверить второго игрока, либо шестого по Адлер. Мне кажется, черная проверка. Должна быть проверка, мне кажется. Да, есть ощущение, что он проверит черного. Один. Ну что ж. Ну, случается. Ну что ж, ладно, слышим лучший ход. Ночь продолжается, никто не просыпается, кроме первого убиенного игрока, с правом на лучший ход. Игрок номер один. Четыре, шесть, девять. Наденьте маску. 4-6-9. Принято. Утро. У меня нет какой-то прям ожесточайший. Что вы, шериф? Проверенный красный. Красная проверка. У вас есть красная проверка. Я бы пилила. Что еще раз? Ну, может, у него просто красная проверка, ему кто-то всплыл. Ребят, вы будете добывать какую-то другую информацию, у вас... Блин, вот я не умею. Зачем я смотрю на вскрытие, если я все равно не... Сейчас уходит 4. Там все может быть. Вы можете вообще по принципу, кого... Вы сказали 8 красный. Да понятно, но никто не проверял 8. Я вообще не знаю, может, просто какое-то вскрытие, просто вскрылись 8 игроков. Такое же тоже может быть. Что показалось мне? Мне кажется, 7-9 никогда в жизни нет 2 красных игрока. От этого надо играть. И даже может быть такое, вот, например, 7-я, мы знаем, что он хорошо говорит на черной карте. Она могла поговорить хорошо, а 9-я, например, знает, что она черная. Такое я бы тоже сидела, бы это рассматривала. И что еще раз? Вы проверены красным в другой альтернативной версии, второй черный. И у вас? Мне кажется, чернее 9. Время. Но это не уверен. Аплодисменты. Спасибо. Этот день начинает игрок номер 2. Так, давай понимание по 9. Так, но мне не нравится уже все, что делает 8. Ты считаешь игрока номер 8 красный? Ты считаешь их вдвоем красным? Выставляю 3 на голосование. Объясню, почему подозреваю игрока номер 3. Я сказал это на вопиле. 3 сказал, что 1, 2, 10. Показал на пальцах. 1, 2, 10. Игроки черные. Первая умерла. Я проверенный красный. 10 на данный момент не подозреваю. Вот. По шестому игроку. Супер подозревал, пока давил меня, понял. А потом, когда начали с тобой скакать... Уже показалось, что можно дальше продолжить скакать. Может, не шестой вскрылся. Такая тема. Может, не шестой. Может, я шестому вскрылся. Все. Я проверенный красный. Игрок номер 9. Если он этого не понимает, ну, к сожалению. Если ты откажешься от того, что 9 красный, я проголосую в 9 и послушаю тебя. Время. Игрок номер 3. Не, может быть, я не туда и лыжи не едут. Но я все объясню. Вставляю 2. 8-9 красный. Ты проверен красный, я в это не верю. Потому что я посчитал, что 8 либо проверен красный, либо шериф, мне без разницы. Смотри, твоя логика 10 красный. Моя логика, что 10 подозрительный. Потому что, я объясню.
Когда разговаривал 3, ты сказал 3 красный. Когда разговаривал 4, ты показал красный 4. В итоге, да нет, давай нормально. Вот, у тебя есть штаны, нормально играем. 1, 2, 5, 7, 8. 1, 2, 5, 7, 8. 3, 4 вообще пропали цвета. И когда, смотрите, второй говорит, 10 когда сказал, проверка 2. Второй сказал, я шериф. Второму не нравится проверка 2. Почему второй потом, когда на попиле, говорит, 10 красавчик, он красный, потому что он хочет, чтобы я был проверенным красным. Странно, когда второй говорит, я шериф, значит, ты не хочешь своей проверки, ты не можешь называть красным 10, который говорит, ты проверишься красным, сними 6. Это, я считаю, что 2-10, поэтому не 2 красных игрока, что? То 4, я не знаю, то 4, 8-9 красные, особенно без разницы. Игрок номер 4. Выставляю 10 на голосование. Для тебя игрок номер 8. Я сыграл с третьим игроком, ты сказал, я черный, я показал стол, считая тебя игроком красным, несмотря на то, что меня считаешь черным игроком. Ты пришел проверить третьего игрока, с кем я заиграл по нулю. Ты не меня ближайшие пару кругов вообще атаковать не можешь. Выставляю 10 на голосование. Он проверил третьего красным. Поэтому у тебя не было выставления третьего игрока, нужно было следить за столом. Хорошо. Самый момент сказать, кто шериф. Либо ты шериф, это тоже можно поверить. Что? Я не понимаю. Самый момент. Если ты хочешь, чтобы мы рассматривали две версии, самый момент. Я перед сном скажу, кто у меня стрел. Есть шанс, что ты это можешь сказать на своей последней минуте, господин Рауль. Все, кто? 7 проверенный красный. Звуки игроки 5-9. А, нет. Все. Короче, я считаю третьего игрока красным игроком. Пока моя атака в 10, остальных сейчас будет. И у вас время, игрок на 5. Почему ты не хочешь нам давать информацию? Ну если у шерифа 7 красные, это ну и что? Мы выиграли все красные игры, ничего не будет, если умрет шериф. Че? Тебе вскрывай 7, у тебя проверены 2. Так, 2 проверка была. Да, это я видела, все это понятно. Так. 7-9. Так, вскрываешься ты или 9? Ну, надо сейчас понимать. 9 вскрывается, потому что он сказал 9 красных. Так, 9. Говорит, уходит 2. 2 проверенные красные, 7. 2 никуда не уходит. Так, выставляю 10 на голосование. Выставляю. Да, всех выставляю. Mm-hmm. Выставляю 6, выставляю 3. Принято 6. 4 пока голосовать не хочу. Мне показалось странным предложение. Может быть, 7 черные, без проблем. Может быть, такое, я их сейчас послушаю. Мне показалось странным, что когда умерла 1, ты показал, что сейчас мы точно будем голосовать 4. Хотя он там так вбивал себе проверку. Что-то там сделал, уже не было прям самого времени. Игрок номер 6. Жека, говори проверку. Проверку нужно озвучивать. Один красный. Это не та проверка. Есть какая-то другая проверка там? Фол, игрок номер 9. Второй для вас. Так, ну хорошо, я по скрытиям голосовать сейчас не буду. Для меня 10 красный. Вот. Я то, что с 4 черным сыграть мог, я допускаю. Но для меня странное действие 8, которое вот... Просто представьте, если 9 вскрывается шерифом, ему, да, и 9 просто красный, он сразу утром показывает, что он шериф. Это же очень подозрительно. Для меня это странно. Я красный. Со мной кто сыграл? Вот я из всех, кто против меня сыграл, вот вроде бы ты красный. И 4 ты черный, показал 4 красный, 4 считаешь черным игроком. В столе как будто меня нету. Вы игрок скорее красный. Между 5-7 для меня есть игрок черный. Скрывается 7, 2 проверенные красные. Правильно? 7, 2 проверенные красные. Смотрите. Для меня есть игрок черный. Если вы шериф, для меня черный 5. Выставляю игрока номер 5. Красный 10, у вас 2 проверенные красные. Время. Принято 5. Игрок номер 7. Игрок номер 5 для вас чё? 1-2 сыграла в ноль игрок номер 5. Это игроки красные. Она от этого черная? Я не понимаю, ладно. Томми, если ты будешь показывать, что 4, 6, 7 игроки вместе черные, то извини, будет плохо. Потому что я выставляю 4 на голосование. У вас сейчас единственный цвет игрок номер 4, это красный 3. Это, по-моему, из очевидного. Понятия не имею, кто 8. Но предыдущий круг 8 сыграл со мной, мне понравилось. Проверила 2. Потому что до 10, который вроде сыграл правильно, попросил проверку 2, хотя я считала 2 красным. Не поняла, зачем? Можно не показывать? Я не поняла, зачем? Я не поняла, зачем проверять 2, но это единственные проверки, которые просили на стол. Вы сказали, кстати, что вы сами считаете 2 красным, вы сыграли 1-2, пожалуйста, не жестикулируйте. Вы сами сыграли с игроками 1-2, просили 2 проверку, ну вот. В общем, проверила 2. Я выставляю 4, выставляю 6, кстати, за выставление 5-го игрока. Я сказал, если там 2 красных... Пол, игрок номер 6. Значит, пятая сыграла с двумя красными, она от этого черная? Игрок номер 7 это пол. Игрок номер 8 да, там фолы. Так. Рауль второй фол.
Пока, ладно, давай так. Уверенность немножко побавилась, но по шерифам понятно. По шерифам плюс-минус понятно. Для меня 9 шериф. Все. Пока что. Если черная 7, скорее всего, с черной 2, откровенно говоря. Вот. Если это вдруг не так, и мы передумываем то, что 7 это черная, а 2 это игрок красный, тогда он не с 3, скорее не с 4, тогда только с 5. Правильно? 5 и 7 это черная. Если черная 5 и 7, это все еще не с 10. И тогда мы возвращаемся к черному среди 2 и 3 при красной проверке 1. Ну, какая-то логика, короче, такая. Вот я к тому, что выставляю 5. Ну, выставляю 5, выставляю 6, выставляю 7. Для меня голосование туда, шериф для меня 9. Спасибо. Да, выставляя 7 на голосование, игрок номер 4 вписывается в мою версию, поэтому уже как минимум двойка черных есть, и большинство стола считает, что я шериф этой игры, поэтому можно голосовать игрока номер 7. Объясняю свою логику. Прямо перед ночью. У меня есть информация, что 4 находится от 8, утиль находится от 4. Я об этом сказал. 8 сыграл против 4, 4 показал 8 красных. Я дождался попилов игроков номер 1 и 2, вскрылся игроку номер 8 перед ночью. Просили проверку игрока номер 2, боюсь, что 2 может вскрыться лжешерифом, и боюсь, что 7 может вскрыться лжешерифом, потому что она в первой игре вскрывалась. Поэтому я подумал, из них всех я сыграл против 1, 2, 7 в тот момент. Проверю игрока номер 1. Потому что она была уже первоубиенной. В предыдущей игре она очень туго шла до угадайки. Я подумал, что ее не будут убивать, плюс против нее сыграл весь стол. Плюс она сказала, что я точно черный. Я подумал, если она будет красной, я ее проверю красной, то это будет прикольный момент, она поймет, что я шериф. Как вскрылся игрок номер 8 еще ночью, перед ночью, еще до того, как начался ночью в нулевой круг. Поэтому он утром сразу показал, что он шериф. Когда и был один момент еще, 10 может это подтвердить. Игрок номер 10. Когда 8 вдруг показал проверку 3 красные, которую я ему не стучал, я на всякий случай еще вскрылся игроку номер 10, чтобы подтвердить на будущее потом, что шериф это игрок номер... что это я, а не игрок номер 8. Было? Спасибо, следуйте. Время. Я прошу убрать жестикуляцию. Игрок номер 3, я прошу молча покинуть стол. Игрок номер 10, нет? Так, ну, видимо, есть штаны такие у меня, то я забыл, есть, нет. Вот, так. Да не надо просто такое говорить, ну что, не могу понимать. Такие речи на 3. Очень жаль, игра достаточно сломана будет. Для меня был черный 4, я думал, что черный 4. Для меня шериф больше 9. Он мне не вскрывался, он до меня дотронулся только утром, когда мы просыпались. Это, ну, может быть, но может быть такое, что Лоску убил в статику один, потому что я сижу, даю динамику, я не стреляю один по динамике. Скорее всего, это статика в один. А статика у нас от кого? Много, вероятно. От 9. Ну, 3 крышевал 8 и 9, поэтому на следующий круг, скорее всего, мы будем голосовать вместе с 9. Такая у нас игра, к сожалению. Если что, пойдем к 3 привет передавать. Не, не будем. Хорошо. Да ну что, надо просто... Кого проверить? Не знаю. 6 проверь. 6 сильно оставишь на него игру, если что. Цветов куча много есть. Это я ему говорю. Ну, у тебя 4 вписался. Ищи последнего черного. 2 проверь. У тебя 2 последний черный. Время. А 2 красный проверь. Время. Ищи. Все игроки высказались, голосование не проводится. Да, ребят, для тех, кто не понимает, за что удалили третьего игрока, чуть-чуть экскурса в правила от бывшего члена судейского комитета. В речи игрока номер 3 очевидный сексизм в плане того, что нельзя употреблять там такие штуки, вот, из серии там «собери все, что у тебя есть в руки, и давай голосовать правильно», вот, «ты девочка, тебе можно», вот, «ты мужик, давай на мужика 8». Короче, все такие штуки, вот, у нас наказываются и максимально не поощряются. Вот, поэтому, Коба, если ты смотришь, пожалуйста, на будущее... не используя больше ничего подобного. Так, ну у них все плохо, они убили 8, и я думаю, что сейчас уйдет 7, он проверит какого-то 5, скорее всего. Да, 5? 5. Кто, что условно сказал, ребят, кто может, сделайте клип, пожалуйста, вот, и послушайте еще раз, как раз будет для примера удалений. Даже с удалением это победа Горовского. Да, у вас 6 красных, у вас 5 красных. Да, для меня шериф это игрок номер 9. Давай так, это прям жестко. Вот мне кажется шериф 9. Почему мне кажется шериф 9? Вы чё? Почему 9 сидит? Может быть черная на поверхности, типа откровенно говоря. У вас 5 это проверенный красный, у вас 6 это проверенный красный. Правильно я это понимаю? Все, 2 проверенных красных, 6 проверенных красных. Для вас черные...
4-5-9 у вас черная. А. У вас черная 4-5-9. 4-9-10 вряд ли. Для меня 9-10. Для меня 10 это игрок красный, мне кажется. 10 для меня это красный, 9 это шериф. Вот я бы голосовал на данный момент 7. Если что-то пошло не так, то третий сказал 9-8 это игроки красные. Для меня был шериф 9. Все. Ничего сильно не поменялось. Все. Аргумент, почему 9 не стреляется, черная поверхность. Спасибо вам за игру. Этот день начинает... Фу, вы получите третий игрок номер 2. Этот день начинает игрок номер 4. Да, ладно, я не буду придумывать велосипед, выставляю 7. Да, просто смотрите, вот я черный, ушел третий красный. Я третий красный, считаю. Я стреляю 9, точно. Из уверенного, тем более у него только первый проверенный красный. Вообще, безоговорочно, точно, прям в суд. Если я вскрылся, естественно. Вот. Третьего, извините, третий ударился же на твоей речи, правильно? Да. То есть, ну нет, ты не можешь сделать самострел. Так, секунду. Но я вот смотрю на седьмого игрока, она у нее у тебя шестая проверенная красная, правильно? Шестая, прошу прощения, шестой проверенный красный. Ты показываешь, я думаю, пятый красный. И я черный. То есть у тебя 4, 9 и кто? 4, 10 не вместе. 2, 4 не вместе. У нее просто черных нет. Но я не могу, я не, ну, ничего не могу с этим сделать. А если, допустим, то есть с кем? Я не могу найти, кем 9 черный. А вот если 9, есть 9 шрифт, который я, надеюсь, я правильно вписался, то 7. У тебя 5 красный, то кто еще? Время. Игрок номер 5. Но я тоже усложнять ничего не буду, выставляю 7 на голосование, если, ну, я выставляю 2 еще на всякий случай. Потому что если, ну, Коба вписанный, который он вписан к уже шрифту, то мы тайминг выровняем, все нормально. А, нет, ну а чё? А чё? Ну, уже игрок удалился, то есть, ну, играем ответственность какую-то. А, ну, при том, я сильно подозревала и 6, и 7 в 0. Он вписан был вписан. Он сказал, все, я все ставлю на то, что 9 красный, вот что, все, что он делал. То есть, что 9 шериф. Он прям вот в моменте, когда он показал 9 шериф точно, он был удален. Поэтому мы сейчас голосуем в 7. Блин, давай я разберемся, что с тобой делать. Ты сказал, что в 5-7, ну, если там 7 шериф, то я черная. Потом ты говорил, что 7 такая уже шериф, а я красная. И 7 шериф. Я не поняла, по какой логике и мотивации ты к этому... Я, кстати, думаю, что шериф все равно больше 9, потому что... ну, дать меня красное, а потом что сидеть? Ну, если только он сильно уверен, что вот все пойдет так, как сейчас пойдет, и мы снимем 7, потому что 3 время. Да, я проверяю красную 7, я подозреваю, это номер 7, потому что я не понимаю. Вот я спросил же у вас, кто у вас черный? Ну, 7 черный вместе с... Я спрашиваю, нет. Вот, если она шериф, 2 проверенный красный. Я проверенный красный. Кто черный? Ну просто покажите жестикуляцию, ну чем проблема? Не, можете, мы, у меня речь сейчас, я, смотрите, если я скажу, что я проверенный красный уходит 7, нету какие-то там в сторону, не 2, вы проверенный красный у 9, 4 черные, с кем еще? Ну вы показали 5 красных, 10, 3 удалился? Я нормальный вопрос задаю, смотрите, я нормальный вопрос задаю. На мне тоже решение. Вы подумайте. Ну, мне нужно как бы от вас какие-то мысли, чтобы вы сказали что-то. Я не вижу, вы ничего не предлагаете. Вот 4-10, я не думаю, что вместе черные игроки. 5 я подозревал, 5 проверенное красное. Ну, то есть, если вы шериф, у вас 5 черное. Но вы сыграли в меня за 5 красных. Для меня это непонятно. Время. Ну, потрачено. Просто выставляю 9 на голосование. Проверила 6, потому что у вас не было никаких мыслей всю игру. Тот черный, тот красный, тот черный, тот красный. Защитила 5 от вас. Вы говорите, что шериф игрок номер 9. Защитила на предыдущий круг, сказала, что вы, блин, на себя взяла ваше вообще что-то черное. Когда вы сыграли 1-2, я закрышевала вас. Вы говорите, что 5 черное, за это вы проверились. Томми, ты мне говоришь, иди проверь 2, у тебя последний черный. Ты в столе или где? У меня 2 уже проверены красный. Ты мне показал проверить 2. 4, потому что кто мне черный? Вам 15 раз показал, что 4 черный. Человек вписался на предыдущий круг. Ну это просто невозможно. Ну, вписать. За что? Что я сделала не так? Что? Попросили игроки, вот 10-й сидит, его оставляют красный. Попросил проверку 2, я иду проверять 2. Попросил, коммуницирую с 5-й, которую считаю красной. Она мне говорит, 6, проверь 6. Что я делаю не так? Это кошмар. 4 вписал цен предыдущий круг, уверена, что я черная. Кто у меня черный? Сказать 4 под... дальше я не знаю. Томми, который не смотрит, что за столом происходит, или 5-я, который ошиблась. Откуда мне знать?
Смотрите, на прошлый круг она даже не выставляла меня, выставляла 4, правильно? Выставляю себя на голосование. В чем логика игры? Либо 3, со мной черный, и мы можем легко снять игрока номер 7. Либо если 3 красный, то я не убиваю игрока номер 8, который убежден в том, что я шериф, стреляю куда-то в сторону и его рукой выигрываю 3 в 3. Потому что его все называют красным, а он убежден, что я шериф. Этого аргумента должно быть достаточно. 3 считал меня шерифом, 8 оставил жестко меня шерифом, выставляя игрока номер 7 на голосование. Проверил 5, потому что 6 просил проверки между игроками 5 и 6. На тот момент, так как 7 реагировало на 6, я не подумал, что они вместе черные, поэтому проверил 5. На всякий случай, я думаю, что вы мафия, ну, если быть искренним, но на всякий случай, если вы игрок красный. Они все сказали, что голосуют всем. Поэтому, если вдруг вы красный, а они просто сделают так, чтобы вы думали, что вы по моей версии черный, вы не будете ставить руку, они все ставят, если кто-то из них не ставит руку, вы доставляете, потому что каждый из них сказал, что будут голосовать, и если вы красный, может быть, это типа специально, чтобы вы, короче, поймать вашу руку. Выставляю 7, уходит 7, спасибо. Может, это все, конечно, быть и 9 черный, но мы уже не сыграем в это, а у тебя 3 ушла черная, мне кажется, но я свой цвет знаю. Я показал в стол 4 красные, 3 красные, после этого 5 черные, вместе с 4 сыграла против 3-4. Это я рассказываю вдруг, если она шериф, а ты красный, и мы сейчас ее заголосуем в какой-то команде 4-5-9. Для меня это сложно, потому что, опять же, я показал 3-4 красные, позиция 5, это вообще не под меня, это с 1-2 против 3-4. Вот. Поэтому, наверное, ты не... Ну, если 4-5-9... то 3 сыграл плохо, 8 оставил завещание, и 5, когда я показал, что 3-4 красные, сыграла в позиции 1-2 против 3-4. Поэтому да, скорее всего, мы сейчас 7 все снимем. Стреляю 7. Спасибо. Так, ну давайте посоветуемся, кто игрок красный. Смотри, черная 7. Да, мы вот думаем, что черная 7. Черная 7, она потенциально с игроком номер 6, верно? Ну, плюс-минус, типа 6. Ну и со мной, это я посчитал, да. Я не понимаю, вот, ну я искренне скажу, я черный, 7 вскрылось, я скажу, типа, все, ребят, с уходом 3, я говорю, отстрел в 9. Да он никого черного не найдет, кто черный? Ну кто черный с 9? Вот, ну, типа, кто черный 7? Вот, какой вопрос у меня. Так, вот вы говорите, третий вписался, когда 8 говорил, что 2-3 есть игрок черный, вот второй черный, и, скорее всего, может быть с игроком номер 3. Верно? Верно. Уже третий сказал, нет, я не вписываюсь на тот момент. И вот я буквально не понимаю. Вот я смотрю на 7, может, вы не сидите напротив, но посмотрите на нее. Ну, это просто шериф. Я не... Все игроки высказались, мы переходим к голосованию. Я прошу убрать руки локтя со стола, прекратить любую жестикуляцию. На голосование игроки 7-2-9. 7-2-9. Кто против игрока номер 7? Спасибо, 4 голоса. Кто против игрока номер 2? Спасибо, нет голосов. Игроку номер 3. Игроку номер 9 3 голоса. Игрок номер 7 прощание. Ну, это очень плохо, откровенно плохо. Как кто теперь, четыре, кто последний черный? 4, который сейчас перед ночью переживал и спрашивал у 6-го, может быть, ли какая-то черная команда? Или 10, которые прослушали? Дай подумать, пожалуйста. Если... Я думаю, хорошо, если в какой-то... Я думаю, все равно красная 5. Для меня все равно красный игрок номер 5. Леша, вот, на тебя. Да, хотя же... В смысле, я посчитал. Я прошу умерить звуки и жестикуляцию. Ну, это плохо, потому что... Ну, 5 для меня красная. Последний черный для меня все равно 4 чернее, потому что человек вписался. Если вы задумаетесь, я просто мы мысли, что чернее 4. Время. Аплодисменты. Спасибо вам за игру. А ты видела этот? Да, я недавно думала, что еще не поздно убить шерифа, но после того голосования уже как будто поздно стрелять шерифа, потому что 2-6 проголосовали туда, но они же не снимут никого в 4-10 раньше, чем 2-6. Слушай, в такой ситуации я бы тем более убивал шерифа. Ну, кто-то задумается, а почему убивают шерифа, если 2-6 не голосовали? Кто-то 2-6 голосовал на 3-3.
Ну, там под первые руки стоял черный, поэтому они всегда это могут как-то контраргументировать. В любом случае, ситуация у них плохая очень, еще и промах, потому что динамика не была дана. Ну все, это здесь победа города, ребята. Мы ждем в ожидании еще одной красной победы. Ну, слушай, даже удаление не помогло, не знаю. Что происходит вообще? Ну, красные играют. Ну, видишь, он попадает по цветам. Вот, все у них хорошо. Анвар достаточно хорошо, хорошее завещание оставил, уверенное, прям никто не думал. Ну, что, шестой проверенный черный. Ну, все, они снимут шесть, а потом, блин. Слушай, как ты видишь победу мафии в этой этому игре? Этому черному городу нужен замут какой-то. Это девочная, игрок номер 5. Выставляю. 9 выставляю, 6, 3, 9. Чё, купили? На 6 человек купили. Нет, он сейчас не поставил. Он поставил вместе 7 только что. Он ставил вместе 7. Он ставил 7. Он 7 не ставил. Короче, я думаю, я ночью думала. Ладно, да. Я ночью подумала о том, что, по идее, 3 как будто мог быть черным запросто. Потому что, во-первых, когда умерла 1, а он уже показал, что 1, 2... И кто-то еще, это тройка черных, да, 1, 2 и 10, это тройка черных, он сказал. Потом, когда умерла 1, мы еще сидели в масках, он такой, типа, как неожиданно. И для меня это было подозрительно. Да, вот такие аргументы, ну, какие есть, буду вытаскивать на стол, как бы. Вот, потом, если он по лицу сыграл с игроками 7, 8 и 9 уже, то есть он уже как минимум в одном цвете, то есть в игроке номер 7 ошибся, правильно? Ошибся. Если ты уже ошибся хотя бы в одном цвете, тогда не сиди про какие-то штаны, ничего не говори. Я сейчас буду думать еще, я пока время. Что просто говорю с вами. Игрок номер 6. Подождите, вы про кого? Кто 63? 3 черные. 7 шериф. Я показывал 9 шериф, он же выиграл версию. 7 сняли, 2, 6, 7 проголосовали в игрока номер 9. 3 в 3 нет, он шериф. 9 шериф. Все просто. Он выиграл версию. Он не умер, промазал я и кто-то черный. Это 2, у него 2 черные. Никаких других версий не рассматривается, кроме как 2 и 6. Верно? А 2 и 6 вместе черный нет. Черный с игроком номер 9, 4-5, которые голосовали сразу. И они оба спрашивали. Смотри, ты можешь на меня обижаться. Там, у тебя, ты можешь мне предъявлять это далее. Мы играем игру, где у нас команда из Красно-Перекопска должна снимать черных игроков. Представляю, игрока номер 9. Мне кажется, красный 10. Вот я тогда понял, что ты черный проверил тебя, а он красный. И мав 4-5 голосование по первые руки было выставлено. Было выставлено. Время. Игрок номер 9. Смотрите, игрок номер 5. С вами тяжело играть, потому что вот вы под первые руки выставили меня, выставляю 6 на голосование. Когда приоритетна моя версия шерифства, понимаете это? А вы моя красная проверка. Вы не понимаете, что я смотрю на вас. Мне кажется, нет понимания. Есть завещание, что я шериф. 3 на тот момент, 4 называя точно игроком красным. 7 уходит, вообще ничего не говорит. Говорит только, что вы игрок красный. После этого 6. На весь стол показывает 9, шериф, промах, и я даю 6 проверенным черным. Он это показывал, чтобы в эту ночь уже меня убить, и какой-то черный, скорее всего, 2 не выстрелил, вы понимаете? И если я вижу, что он на весь стол показывает, что я шериф, не он будет у меня проверенным черным сейчас, вы понимаете? Мне нужно понимание. Ну, вы, все, вы будете со мной голосовать. Вы 6 подозревали и 7 подозревали. Все хорошо, но такое вы не придумаете, правильно? Все, игроки номер 4, вы это видели? Все, что я говорю, это все правда? Я на прошлый круг выиграл версию, а в этот круг что? Будем думать теперь? Вы просто каждый круг страдаете, я это вижу. А можно просто... Так, ну я голосую в 6, в 5, 5, 9 и 10 мы все будем, скорее всего, голосовать в 6. Леш, сильно много ошибок в игре. 2 черный, 4 красный, 5 красная против 3-4 сыграла. Если черные 3-4 и 9... А другую версию я не сильно рассматриваю. То пятая молодец. Она выкинула 3-4, когда я показал, что 3-4 красные. Ты сказал, что черный 2, 30 секунд речи посвятил тому, что черный 2. Сказал, что красный 4. Ушел 8 с каким-то завещанием. Один оставила 4, 6 и 9, если я правильно помню. Мы, тут выбор идет по 3 и 7. Я думаю, как себя вел и делал, что делал игрок номер 3, он красный. Я понимаю, что он играл в меня. 7 не могла ничего, вообще никаких аргументов сказать. Она растерялась, у нее речь была, но если она шериф, сори. Она должна как-то разбираться, кто черный в 4, 5, 9, 10. Она должна как-то, ну, понять, что это не 4 и 10 вместе, это что это 4, 5 и 9.
Да, ну понимаешь, ну вот я красный, и я проголосовал 6-7. Если там, допустим, черные, ну там 3-6-7, да, условно, которые не выиграли на 3-3, вот, то, ну типа, да, то, ну такого невозможно. Поэтому точно черный я, у игрока номер 9. Вот, ну я просто попробую объяснить. Вот я, мне вскрывается игрок номер 7. Я же там ничего не придумаю, ничего. То есть где-то на 40-й секунде игрока номер 1, она мне вскрывается, я показываю. Я проверенный красный. Что показал игрок номер 9? Уходит 2. Я проверенный черный у игрока номер 9 или что? Ну то есть, а 2-6 вместе черные. Это давайте хотя бы попилим, давайте дадим шанс. Выставляю 6, выставляю 9. Кто хочет 10. Проголосовать в игрока? Ты голосуешь 6. Тогда 4... Не, смотри, просто... Ладно, проверим... если 4 черные, все, мы проиграли игру. У вас время. Я прошу умерить жестикуляцию, игроки. Я прошу умерить жестикуляцию. Игрок номер 4. Девятый под первые руки, ты, по-моему, выставил 9-7, да, если не ошибаюсь. В девятого игрока голосуют игроки 6, 2 и 4. Нет? Кого? Ты хочешь, чтобы 10 голосовал? Хорошо. Если десятый не ставит руку, то кто-то между 4-5. Давай только, чтобы один контролировал. 2, 6, 10 голосуют в 9. Хорошо. Игроки 4, 5, 9 голосуют в 6. Все, я голосую в 6. Мне сложно, потому что игроки 6, 7 не записывают черную команду. Мне сложно, хотя на этот круг я уже начинаю думать, что возможно 9 и не шериф. Потому что 2, 6 сложная команда. Я думаю, что 2, 6 сложная команда. И 6-7 немножко сложнее команда. Что, ты следишь? Я слежу за 10-м. Хорошо, если 10-й не ставит руку в 9, я ставлю руку. Нет, давай пусть 5-я. 5-я проверена краса 9-го, 5-я следит, все, я поставлю руку в 6. 9-й первый стоит на голосовании. И у вас время. Все игроки высказались, мы переходим к голосованию. Я пишу без жестикуляции. 9-6. 9-6. Кто против игрока на 9? Спасибо. 3 голоса. 3 голоса против игрока номер 6. 9-6, игрок номер 9. Игрок номер 9. Для вас 3 был красным. У них 3 черный. У вас я был шерифом, который убил 8, который играл в мою версию после удаления 3. Вы говорите, сложная версия 2.6. Зачем я ее даю? 6 на весь стол показывает, что я шериф. 6 на весь стол показывает, что я шериф. И тяжело. На самом деле не тяжело, но тяжело для вас вяжется с 2. И я даю 6 черным. Когда я все круги до этого выигрывал версию и все завещания, что я шериф. Ну вы серьезно? Или я черный с 5 по вашей логике сейчас? Когда 5 вообще выставляет меня под первые руки? И у вас? Ну что вы говорите, игрок номер 4. Игрок номер 6. Женя, мы ищем этого последнего черного. Вот я. Мне кажется, красный 10. Я это сказал. Ты мне напариваешь про 5 и 7, мне напаривает, что 5 красное. Мне, вот у меня вообще не было ответа 5. Смотри, я же говорю. Умерьте эмоции. Если 1-2, 2 красных игрока, то 5 как знала? Вот мне непонятно. Вот я же говорю, есть там 2 красных, 5 черных. Я поэтому сыграл 4, потому что мне 5 черные. Я хочу посидеть. И пускай у вас будут промахи, в чем проблема? Время. Переголосование без жестикуляции. 9-6. Кто против игрока номер 9? Спасибо. 3 голоса. 3 голоса против игрока номер 6. Кто за то, что... Фол, игрок номер 9. Голосование еще. Это третий фол, Лоско, будьте аккуратны. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Спасибо. 2 голоса. Этого недостаточно. Не знаю, куда делась уверенность у господина Томми. Он вроде как сказал и объяснил все, почему и 8 оставил правильно, и объяснил, почему 9 шериф, а потом почему-то они решили делить. Непонятно, почему. Слушай, ребята начали сомневаться и посеяли тоже сомнения. Если бы сейчас 2 руку дернул, 4 подсоха, да, это думала, была бы самая... как бы не позорная. Самая запоминающаяся игра этого турнира, если бы таким образом была победа. Ну, убили 10, мне кажется, что 10 оставят правильно. Слушай, мне кажется, это вот именно та ситуация, когда то, что они не убили шерифа на прошлый круг, это как-то еще немножечко им дало шансы побарахтаться. Всё, два последние проверенные черные. Ну, короче, видишь, там какие-то сомнения, уже 5 сомневается, 4 сомневается, 10 сомневается. Ну, мы держим кулачки, Томми правильно оставит. Недобрая для вас игрок номер 10. Прощаем.
Так, я бы голосовал все-таки в версию, что шериф 7. Могу тебе спокойно... Да, что шериф 7, могу спокойно объяснить, почему. 9 вскрылся мне прямо на просыпании, у него не было времени увидеть, кто там что показывал и так далее. Дал он привел пример, что он зачем-то там, зачем-то вскрылся еще игроку номер 10. Это раз. Сидеть незачем, потому что у него только 2, 6 и 7, иначе это 3 в 3. Дальше он мне показывает, а что если 4 черные, загадочно. Но я не рассматриваю, что с его уровнем игры он повернется ко мне и покажет... А вдруг? Так что, ты с ним черный? Что ты показываешь? 5 черная. Ну, смотрите, просто вот мы, я не знаю, Леша, как, прощаем, это, все, что он делает, было уверенное завещание Анвара. Я думаю, что черный 9 за все вот эти маленькие вещи, которые были. Женя, ну какое показывать мне, что если 4 черный? Женя. И у вас время. Аплодисменты. Пойдем. Я напоминаю, что за артикуляцию вы получаете полы, уже третье и четвертое. Это день начинает игрок номер 6, пожалуйста. Вставляю игрока номер 9. Привет. Вот, вот красный. Так, смотрите, тот красный, тот год, это наша рука была. Вот то красный голосует игрока номер 9, чтобы... И даже, смотрите, вот игрок номер 4... Вот если вы красный, просто если вы красный, 4 показал, что 10 что-то не так, и хотел 2, 4, 6, чтобы были вместе. Голосовали. Вас оставил игрок номер 7 красный. Это не мой цвет, еще раз. Непонятно. Поэтому вот кто красный, голосует 9. Уходит 9. Что у него? Умер 8. Вот умер 8. Кто убивает 8? Я просто понять не могу. Кому надо убить 8? Ну, понятно. Я просто типа вот. Да, конечно. Ну, если откровенно, ну, шерифом, ну, она плохо сыграла. То есть я нормально. Я спрашивал чего-то там. 10. По лицу, то есть мне не было понятно. Вот. Ну это просто плохая игра, выставляю игрока номер 9 от 7. Мне кажется, что может было лучше сыграть. Спасибо. Спасибо и вам, игрок номер 9, 3 фола, кандидатур пас. Выставляю 6. Принято 6, игрок номер 2, минута. Не, ну Лех, я про коня не буду рассказывать. Реально, в ноль ты меня продушил, сказал, что я реально черный. Смотри, пятое сказал, я игрок красный. Ты шо, все, что сделал, такой, черный 2. Я говорю, ладно, можешь быть красным, когда начали цокать. Но с такой игрой, пока про коня не расскажешь, понять, что ты игрок красный, невозможно. Так, ну я не знаю, вот ты говоришь, что черные 4. В моменте, когда, допустим, было 5, 9 и 10, должны были голосовать и 2, 4, 6, я ему сказал, смотри за 10-м. И мне показалось, что игрок номер 4 посмотрел на меня и такой, хорошо, я буду смотреть за рукой игрока номер 10. Поэтому на данный момент, я не хочу, чтобы ты атаковал кого-то в 4-5 на данный момент. Главное забрать игрока номер 9. Ой, блин, ну сложнее, сложнее, сложнее. Посмотрим, кто проголосует. И у вас время, игрок будет... номер 4. А вы хотите попилить? Вы еще не уверены, кто шериф, да? Фух, вставляю 9, вставляю 6, ну хорошо, хочешь пилить, вставляю 2. Ты выставил 9 под первые руки, правильно? Ты выставил 9, да? Вот, значит игроки 2, 6 сразу же голосуют 9 игрока. Если... Не-не-не, не хочу, не хочу. Не хочу. Да. Я на завещание Анвара прислушиваться не буду, Оскул, прости, пожалуйста. А вот Томми оставил тебя черным. Меня могут записать в черную команду, если ошибся в третьем игроке. Есть. Просто 2, 6, 7. Ребят, сегодня все завещания были правильны. Третий. Факт. Это факт. И у вас время, игрок номер 5. Так сегодня все завещания были одинаковыми, а сейчас они разнятся. А сейчас они разнятся, потому что 8 оставил 9 точно шерифом. Это во-первых, почему это не аргумент. Во-вторых, вы хотите сказать сейчас прямо, что 4 и 9 это 2 черных игрока? Вы мне это хотите сказать? Он говорит, нет, завещание Томми, на что у него расчет? А, пятое черное, хорошо, тогда мне еще легче. Значит, аргументы в черноту 22. Сказал, в 5-7 обязательно есть черный игрок.
Сказал, что моя команда, где по твоей версии 1-2, это два красных игрока, моя команда 1-2-5 плохая, очень. А, и потом еще показывал, что я черная. Че, да я 2-6, я думаю. Но я попилю сейчас, я хочу послушать 9, я хочу, чтобы... 9 а будете руку ловить, правильно? Не, я ничего не буду ловить, вы поставите вместе с 9-м? Или... А, давайте я поставлю вместе, нет, вы поставите вместе с 9-м. Че, я буду скидывать. Время. Все игроки высказались, мы переходим к голосованию. Пишу, без любой жестикуляции. За жестикуляцию на голосование вы можете получить холл, даже если он будет четвертым. На голосование игроки 9-6-2. 9-6-2. Кто против игрока номер 9? Спасибо, 3 голоса. Кто против игрока номер 6? Спасибо, 0 голосов. 2 голоса против игрока номер 2. Игрок номер 9, прощание. Я шериф, ты проиграл 2-2, к сожалению. Да, смотри, только ты сейчас... Да-да-да, ты проиграл 2-2. Смотри, да не раз, ты послушай меня сейчас. Ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы тебя это в дальнейшем не сломило на дистанции игры. Проблема глобально в чем? В том, что все было нормально, ты все думал правильно, но ты слишком сильно думаешь про то, что говорят другие игроки, слишком сильно параноишь и переживаешь. Этого делать не нужно. Никто не будет тебя осуждать за то, что ты будешь играть в свои цвета и на дистанции действовать так, как тебе нравится. Тебя сбило завещание игрока номер 10, но это все, что было в игре. И это, ты говоришь, все правильные завещания, это единственное неправильное завещание, которое только могло быть в игре. Игрок номер 10 по ерунде оставил меня шерифом, потому что я спросил у него, а вдруг 4-6 вместе черные, потому что на тот момент, когда 2 голосовал в игрока номер 9, никто не знал, что игрок номер 6 тоже типа будет ставить руку в меня, и в теории могла быть недокинута рука. И когда меня все называют шерифом, 2 круга подряд, мне хочется просто выиграть гарантированно. Вот, игрок номер 10, ну, к сожалению, так сыграл. В этом тоже, я уверен, что вы хотели выиграть эту игру. Поэтому я на вас не злюсь, но давайте в дальнейшем как бы время. Попытаемся сыграть лучше. Спасибо за игру, спасибо. Топ-игра победа Маски, черная команда 2, 6, 7.